друзья, с вами Оксана. Сегодня планируем следующую неделю августа. Еще пока не показываю предыдущую неделю, потому что как раз на этой неделе я должна бы вернуться из поездки. Как раз таки вот здесь обозначен день возвращения. 15-го мы выезжаем, и 16-го должны приехать. Хочу я взять на этой неделе вот такие цветочки, которые мне присылала, если я уже не ошибаюсь, не запамятовала, Оксана в результате обмена. В общем, последние недели были довольно-таки яркими, и хочется мне что-то немножечко больше нежного. Хотя, конечно, тут такие цветочки довольно яркие, посмотрим, что из всего этого выйдет. Так что приступим. Готова очередная летняя страничка, такая прям вся вкусненькая, мне очень нравится. Единственная тут, конечно, проблема, что вот эти вот мои листочки, которые я последние яркие печатала, а сами вот эти, как, обозначения, ну вот в частности и здесь, как-то вот, в общем, они очень плохо напечатались, поэтому, в общем, слегка они только видны, в общем, главное, что я вижу, и ладно. Хотя вот здесь вот я все-таки добавила вот эти обозначения.
А в целом, как все получилось, мне очень нравится. Если вам тоже, не забывайте поставить лайки, подписывайтесь, заглядывайте в инфобокс и пишите свои комментарии. Но в видео совсем скоро. Пока-пока!